Мы всех вас приветствуем. Вы все хорошо Новый год встретили? Какие вы молодцы! И только у нас есть еще одна возможность побывать в волшебной новогодней стране. Какой это праздник? Старый Новый год! А вы знаете, что в Новый год и старый тоже случаются чудеса? И чудеса бывают такие интересные, такие забавные и такие волшебные. И в этот раз я, сказка, поведу вас в новогоднее путешествие. Хотите? Хорошо. А вы знаете, самая чудесная история произошла такая. Дедушка Мороз помирился со Снежной Королевой. И Снежная Королева сказала, что больше никогда не будет пакостить и вредить деткам. И она стала добрая и красивая, и ласковая. И она скоро придет к нам на праздник. Вы слышите музыку? Это летит Снежная Королева к нам на праздник. Смотрим. Живу я, королева кривых зеркал. Итак,
Дорогой Кощей, подчиненные выполнили приказ, разнесли осколки зеркала в сердцах всех детишек. Да, ваше злодейство. В соседнем королевстве во владениях снежной королевы нам пока не удается испортить их праздник. Но есть идея. У них скоро начнется новогодний бал, куда будут приглашены все добренькие сказочные герои. Надо им этот праздник подпортить. Мы испортим им праздник. Мы украдем у них волшебный колокольчик, и никто не сможет попасть на их бал. Я, как всегда, все предусмотрел. Баба-Яга получила задание похитить этот колокольчик. И тогда точно никакого праздника не будет. Ты мой идеал! Действуй, злодействуй! Все будет в лучшем злодейском виде, ваше величество. Чудненько! Королева спрашивает, что никто мне не указ. Если мне захочется, сказка ваша кончится прямо здесь и сейчас. Вы убеждены сейчас, что оберегает ваша дружба и любовь. Я же так не думаю, скоро право думаю, жизнь покажет вам будут
отвлекаться, ты украдешь волшебный колокольчик, понял? Все будет окей, бабуля! Слышь, какая это бабуля? Быстро за дело! Каким деревом сидит? Каким? Молодцы!
окошечком. Ну вот еще одна трудная загадка. Какая красавица один раз наряжается. Ребятки, она отгадала? Кто один раз наряжается? Ёлочка, молодцы какие! Ну что, не отгадали вы наши загадки? Отдавайте нам колокольчик. Вы, пожалуйста, нас простите. Мы ведь пошутили. Вы, пожалуйста, нас простите. На праздник пригласите, вот и колокольчик заберите. И... Ребятки, простим их ради праздника. Оставим их на празднике. Пусть они веселятся вместе с нами. Ну хорошо. Наши зрители добрые. Разрешили вам на празднике остаться. Ну, что вы нам есть? Можно мы с детьми поиграть? Пожалуйста. Ребятки, хотите с бабконёшками поиграть? Ну давайте. Тогда мы все на месте встаем. Приготовили ножки-ручки, смотрим на наших героев и начинаем играть. И весело-весело. И мама, и папа нам тоже помогают. Читали, когда насыпали всегда.
Так, ну ладно, начну я, давай же потом. Уходя, просила мать никому не открывать. Не открыли дети дверь, обманул зубастый зверь. Песню маме попропел, кто потом козляток съел? Кто? Медведь, кричал медведь! Короче, ухо, живо отгадать, кто же это? Зайка! Лиса! Лиса? Нет! Зайка! Отгадали. А вот моя еще сложнее. Кто приходит к нам зимой? В гости каждому домой. С бородой и пасашком, и подарочным мешком. Но лесу живет, травы зелья собирает, пол в избе метлой метет, в ступе по небу летает. Из кости ее нога, эту бабу звать? Нега! Что ж такое, да, в гадоле? А теперь моя самая сложная. Отвечайте на вопрос, кто в корзине Машу нес? Кто садился на пенек и хотел съесть? Хорошо. Это знаешь ведь. Кто же это был? Медведь! Дом зимой у холода, она слепила из-за льда. Но дом стоял прекрасно в стужу, весной же превратился в лужу. Кто у тебя вновь во втором тайка? Теперь, читатель, вспоминай-ка, прогнал беду в леса. Кто зайца обманул? Лиса! Так, с вами загадки. Не будем больше играть с ними. У нас для